патроны почти закончились. В Санчелине то и дело всплывало имя Андреас Кеслер. Гениальный конструктор, отец-создатель управляемых ракет, ловелас, алкоголик, убежденный нацист. Кеслер занимался ракетами большой дальности, но УСО полагало, он не решит вопрос радиоуправления. Уничтожение Орхидеи свидетельствует, что мы ошибались. И сильно. Разумеется, Орхидея была легкой мишенью. Но если нацисты создали управляемую ракету большой дальности, это может переломить ход войны в их пользу. Американская разведка, УСС, полагает, что Кеслер в Италии, возможно, под защитой кровавого генерала Гейнца Бема. Я был отправлен в прибрежный городок Бетанти для встречи с нашим связным из УСС. Перед готовящимся вторжением на Сицилию жизненно важно узнать замыслы нацистов.
лейтенант Карл Фейерберн. Отличная работа в Санчелине, особенно с учетом обстоятельств. Вместе с Орхидеей погибло много храбрецов. Сделаем все, чтобы их жертва была не напрасной. Нужно найти Кеслера. Да, мне говорили, что ты всегда бьешь в точку. Кстати, я Джек Уивер. УСС осознает, что дело не терпит промедлений, Карл, но надо действовать осторожно. Что ты знаешь о Гейнсе Бёме? Палач Болоньи. Да. Бём – кровавое чудовище, при этом скрытное. Мы так и не знаем, как он выглядит. Зато дела его рук видны повсюду. Похоже, он командует Кеслером. Найдем Бёма, найдем Кеслера, ясно? Ваши люди считают, что лучше всего обратиться к силам сопротивления. Учитывая наш прошлый опыт с партизанами, мы думаем, что могут быть сложности, но готовы рискнуть еще раз. Мне нужно имя и место. Ими командует некая София Дирокко. Они зовут ее Ангелом. Ты найдешь ее в городе. Хорошо, попытаюсь. Карл, послушай. Нацисты проводят регулярные облавы. Они прочесывают гавань, забирают партизан и... По всей вероятности, уже начались расстрелы. Ты знаешь, где они? Могу только догадываться. У партизан есть штаб. Найдешь его, это поможет делу. Поищу. Карл. Этот город... Пороховая бочка. Нужен только маленький огонек. Попробую отыскать штаб партизан. Thank you.
Из-за чертовой посудины будет трудно подойти через пляж. Так, тут снайпер. Thank you.
штаб должен быть где-то здесь. Это точно штаб. Но где же София? Пакеты. Думаю, мне они понадобятся. В записке Софии говорится, что она отправилась в замок. Кажется, партизанам перекрыли кислород. Возможно, я сумею им помочь.